Самое время, ребят, внести нотку творчества в наш прямой утренний эфир. И на связи с нами солистка Крымской государственной филармонии Екатерина Мушинская. Кать, привет. Доброе утро. Привет, ребята, доброе утро. У тебя что-то оно слишком доброе. Почему такая радость? Почему такая бодрость с утра? Что? Какой повод? Радость, потому что я наконец-то вижу вас, ребят. Вы не представляете, как вкусно на стране артистику. И я просто будете видеть зрительный зал, видеть людей, пообщаться, обменяться энергией, спеть песню. Поэтому я так рада, что я смогу петь сегодня. Я понял. В общем, повода особого не нужно, повод уже есть. Я понял. Договорились. Тогда давай перейдем к песне, и потом еще дальше пообщаемся. Что будешь исполнять? Я буду петь песню «Venus» под гитару. Вот она со мной. Отлично, она с тобой, ты с нами, все с тобой, мы вместе. Поехали. Поем. Я готова. Got it on a mountain top. It's burning like a silver flame. Summer of youth and love. And Venus put the name. Woo! She's got it. Yeah, baby, she's got it. Well, I'm your Venus, I'm your fire, your desire. Your desire, your desire. Woo, yeah. Я думаю, сейчас соседи тоже аплодируют однозначно, да? Да. Вообще, однозначно. Как настроение, чем занимаешься сейчас здесь, вот в состоянии домашней обстановки и самоизоляции? Ну, в домашней обстановке что? Поем, танцуем, кушаем плотно. Не, может, новые песни, идеи какие-нибудь еще, не знаю, языки, новые книги, фильмы, что? Или да, отдыхать? Да, ты про саморазвитие говоришь, да. Ну, конечно, читаем книги. Занимаемся огородом. Вот это уже интереснее. Стойте, что там с огородом, расскажи. Что посадили, что вспололи, что происходит? Как ситуация? Сорняков нет? Есть, конечно же, уже весна. Нужно заниматься поливом. Мы, кстати говоря, наконец-то установили капельный полив для растений. Угу. Так что будет отличный рост. Мы надеемся, что у нас все-таки будет урожай этим летом и будут отдыхающие. Отлично. Спасибо за это настроение. Хорошего дня. Чтобы все хорошо цвело, чтобы все полили, чтобы все дало урожай. Чтобы колорадский жук картошку не съел. Да. Спасибо. Хорошего дня, друзья. Пока. С вами была Екатерина Мушинская, солистка Крымской государственной филармонии. А наш утренний прямой эфир продолжается.